Ксюша, привет! О, Дан, ты что тут делаешь? Я это... Тебе тоже пришло приглашение в лучший лагерь блогеров? Да, вот это совпадение. Это же здорово, мы будем в одном лагере. Эх, это так прекрасно. Мы будем в одном лагере, Дан. Я и ты. Тебе что, тоже пришло приглашение в лагерь? А то, я же самый крутой блогер. Чего? Самый лучший блогер тут. Это я. Вы тут вообще, какая-то ошибка. Давайте. Эй, аккуратнее. Опаньки, глянь, тут эти хоббиты. Смотри-ка, они подделали приглашение в лагерь. Ну отдай! Отдай-ка. Отдай! Отдай! Похоже на настоящие. Отдай! Нас что, всех пригласили в один лагерь? Тут точно ошибка. Вот этим двоим тут делать нечего. Вот ты хулиган. Неправда, я исправился. А вот Ульяна... Ну, это Ульяна. Ехать должны только мы с Даном. Кстати, насчет автобуса, его давно нет. Бабуля, ну стой! А когда придет автобус? Фу ты, понаедут городские. Туда автобус не ходит, только электричка. 8 километров туда. Фу, городские. Куда ручонки тянешь? Ребят, смотрите сзади на приглашение. Каракули какие-то. Ксюш, смотри, похоже на... Карту! Ничего не понятно. Ну-ка дайте-ка я лучше в пазлах. Да это же карта. Это карта к лагерю блогеров. Вот это остановка, а это лагерь. Пошлите. А что ты командуешь? Гони карту сюда. Чё? Мы старше. А нас больше! Пошли. Воды! Я уже больше не могу. Тащи давай. Ой, как это романтично. Да. Неси меня! Нет! Что так не долетело? Ребята, смотрите, там палатка. Тут записка. Вам предстоит еще долгий путь в лагерь блогеров. Можете переночевать здесь. Супер, надо собрать палатку. Вот и собирайте, а мы отдохнем. Кто соберет, тот и будет спать в палатке. Вот вы мелкие, обнаглели что ли совсем? Че, список потеряли, кого бояться? А я и не знала, что вы писать умеете. Ты что сказал? Все сами не собираются. Так, все, успокоились. Будем собирать вместе. Сейчас мы смотрим видосик, как собирать. Так, у меня телефона нет. У меня тоже. Кто взял мой телефон? А где мы? Приколы, ребят. Это вы! Что, мы теперь без телефонов? А как же мне видео свои снимать? Это что, я буду жить без лайков? А, все, у меня же вот Ксюша, не переживай. Ксюша, не переживай, я сейчас найду все телефоны. О, ребят, смотрите, что нашел. Ну вот, это же настоящая распаковка. А я этого не сниму, я этого не вынесу. Это же настоящая телефонная лихорадка. Говорят, она заразная. Всем привет, это моя новая распаковочка. Птичек, птичек.
тебя? Это новая коллекция шмоти-минимоти. Да! Вот это сумка на пояс. На миньонском языке она называется пупон. О, да посмотри, какая крутая. А вот это кружка для кофе, называется пипей. Так, все, я знаю, как привести ее в чувство. Отойди, ты мне загораживаешь камеру, мне надо снять видосик в лайки. Ты только что разбила мой iPhone 12 Pro. А ну возьми себя в руки. Ну что, лучше? Лучше. О, какой прикольный спортивный мешок. Это Умка. Ты снова? Давай опять попросим. Нет, она правда так называется. Вы что, не слышали про новую коллекцию? Хм, прикольная. А где их можно купить? В Магните. А еще можно принять участие в конкурсе, где главный приз – это путешествие в Сингапур. Для этого нужно собрать цифровые магнитики. Приложение «Магнит» и купить любую вещь из коллекции «Шмоди-минимоди». Подробности можно узнать на сайте «Магнит». Ребята, уже темнеет, пора спать, а завтра найдем телефоны. Пойдемте. Ничего не знаю! Тоже? Меня бросил жених прямо у алтаря. Ничего, я отомщу им. Я всем отомщу. Всем парням. Идем со мной. Идем. Мой Потапик, надо. Это большая бутылка меда. На, это тебе. Ах, это странно. Ну ладно. Вставай, идем со мной. Идем. А, Никит, ты офигел? Смотри, куда идешь. Не поняла. Тут что-то не то. Девчонки, просыпайтесь. Ксюша, что так рано? Смотрите, с нашими ребятами что-то не так. Надо их разбудить. Макс, остановись. Макс, остановись, стой. Не получается! Давайте все вместе! Я беду, думала, я не хочу. Нам нужен новый план. Идите за мной! Идите за мной! Что? Ну почему? Чуть не так. Я вам не позволю остановить меня. Диана, прекращай. Я не Диана, я призрак. И вы на моей территории. Так мы в лесу. Нет, вы на кладбище ведьм. Я ведьма. Да я изгоню из тебя ведьму, Диану. Как ты это сделаешь? Самый надежный способ. Вы что, деретесь? Вы все равно не спасете своих парней. Я их всех заберу. Все парни предатели. И они вас предадут, как меня предал мой жених. Девчонки, у меня есть план. А ну прекратили шушукаться! Ты кому сказала? Быстро! Я поняла. Теперь понятно, почему от тебя жених сбежал. О, ты посмотри на этот букет, это ж невозможно. Вот это тебе больше подойдет. А макияж?
Ты посмотри, что это у тебя такое? Надо цвета поярче. Ты давай, садись, тут работы минимум на 5 часов. Думаете, поможет? 100%! А где ваша третья подруга? Да не вертись ты, сейчас все испортишь. Сейчас мой мега-шапалах поможет вам прийти в чувство. Мега-шапалах! Вы меня обманули! Да я вас! Девчонки, скорее к нам! Ну как мы защитимся от нее? Вот, соль, говорят, помогает против призраков. Скорее сыпь! Соль! Ну ничего, проголодаетесь и выйдете! У меня есть одна вещица! Ох, тяжелая. Это же шкатулка Слендера. Зачем ты ее взяла? Она, между прочим, нам сейчас жизнь спасет. И как же? А вот так. Ах, вот я где? Где я? Ах, вот ты где, Ксюша, да? Решила меня на шкатулку запихнуть, да? Эй, невеста, вот твой жених. Че? Жених? Мой жених! Пошли скорее к алтарю! Там ты мне признаешься в любви и верности навечно! А чего, девушка? Вы что там напутали? Ребята, скажите ей кто-нибудь! Жених он! Ну куда же ты, любовь моя? Что стоим? Бежим! Ага! Зачем ты это берешь? Ничего себе! Фух, зачем? Это же настоящая Италия. Глянь, какое качество. Телефоны! Чего мы тогда стоим? Хватаем сундук и бежим. Чуть не забыла. Ссылка на коллекцию шмотцы мини-модзи в описании. Бежим! Про комментарии это совсем забыл. Точно! Напишите, что вам больше всего нравится из коллекции шмотки мини-модзи! Нажимайте на колокольчик, не забывайте подписываться. Ну, с вами была... Ставить лайки! С вами была Ксюша Макарова и мои друзья. Никита! Надень! Я! Диана! Ну, а пока всех люблю всех! Заканчивайте! Я нашли кадры, пока! Городские! И не на кроссовок на харкалах! Я карта! Ну все, перестань, давай поехали. Спаси меня! Нет, ну бля. Кто соберет, тот будет спать в палатке. Это буду я! Я! Что это у тебя? Это новая коллекция Шмонзи. Ты только что... Пошли скорее к алтарю. Там ты мне признаешься в любви. И... Что вы хотите?